вот уже прошло 2 года после начала строительства Керченского моста. Давайте вспомним, как начиналось строительство моста в Крым. В 2014 году Владимир Путин поручил построить Керченский мост до 2018 года. И 5 сентября 2014 года началось строительство технологического моста со стороны Таманского полуострова до острова Тузла. А я напоминаю, что для возведения основного моста в Крым будет построен технологический мост, с которого уже начнется возведение основного моста, который будет состоять из 4 полос, 2 в одну сторону, 2 в другую и 1 ветки железнодорожного полотна. И уже через год, в октябре 2015 года, проехали первые грузовики по первому технологическому мосту. А в это время шли угрозы о блокаде Керченского моста. Ссылочка у вас сейчас появилась или будет в описании. Посмотрите видео про блокаду Керченского моста. А уже в июне 2016 готов рабочий мост 2 от острова Тузла до фарватера. А фарватер – это судовой проход по водному пространству, который находится на сегодняшний день примерно вот в этом месте. Да, и в это время украинский депутат рассказывал, что работает на строительстве Керченского моста 800 украинцев и предлагал им делать диверсии на строительстве моста. Кто не видел это видео, вот ссылочка или ссылочка в описании. Посмотри. А кто не знал, кстати, из порта в Керчи есть сообщение с Батуми в Грузии и портом Верна в Болгарии. Кстати, именно опору моста у фарватера повредил турецкий сухогруз. А мы знаем, что с Турцией у России сейчас натянутые отношения. И компания, которой принадлежал сухогруз, была оштрафована за повреждение опоры моста. Напомню, что строительство моста идет одновременно с нескольких точек. И пока строится третий рабочий мост, уже возведена первая опора основного моста. А на июнь 2016 года возведено уже более 7 опор основного моста. А общее количество опор моста будет 595 штук. Если тебе понравилось это видео и сама идея проехать по мосту в Крым, поставь лайк, подпишись на канал, расскажи друзьям о этой новости. Да, и у нас скоро начинается новый интересный проект, поэтому если у вас есть желание помочь новому проекту, добавляйся ко мне, друзья, ВКонтакте, все ссылочки будут в описании.